Там не один укол, там целая область. Доктор лучше знает. Димуля, доверься. Ну, пришел уже доктор, рефлекс-терапевт. Что ты от меня ждешь? Конечно, мы занимаемся не только блокадами, но и соединением точки его терапии. Привезла любимого в больницу. У Димуля спину прихватила. Вот сейчас будем делать укол обезболивающий. Да, Зай? Скорее попробую, а еще папочка, ты нам уже здоровенький.